Вся жизнь Натальи Анатольевны Колповской связана с музыкой. На протяжении многих лет она пронесла любовь к фортепиано и с ним связала свою судьбу и профессию. Сейчас она директор детской школы искусств, и музыка ее окружает каждый день. А началось все с самого детства. Маленькую девочку Наташу поразила игра на фортепиано ее музыкального руководителя в детском саду номер 38 Валентины Филипповны Новиковой. Ей нравилось, как изящно и виртуозно перебегают пальцы по черно-белым клавишам, как от этого рождается прекрасная музыка. Родители Натальи поддерживали дочь в ее интересах и увлечениях, а также способствовали и ее становлению в музыкальной сфере. Мне очень нравилось, как наши проходили музыкальные занятия, как она играла произведения, песни с нами разучивала. Я все время сидела с большим наслаждением, смотрела на инструмент. И когда мне исполнилось 7 лет, повела маму в музыкальную школу. «Мама, я очень хочу учиться, пожалуйста, отведи меня». Мы пришли с ней в музыкальную школу, я поступила, сдала все экзамены. Раньше это были очень серьезные испытания. Спрашивали музыкальные песни, проверяли память, музыкальный слух. Практически все у меня были пятерки. Таким образом я поступила. И так начался мой, скажем так, путь музыканта. Родители у меня никакого отношения к музыке не имеют. Они всю жизнь проработали на заводе, но, в принципе, к искусству они относятся достаточно неплохо. Мама в свое время тоже училась в музыкальной школе, но так как семья была многодетной, она не смогла ее закончить, но подавала большие надежды, играла на домре достаточно неплохо, даже выступала в каких-то концертных мероприятиях. В школе Наталья Колповская делала успехи в точных и естественных науках – физике, математике, биологии и химии. Но девочка сильнее всего тянулась к музыке. Родителям даже не надо было заставлять дочку ходить в музыкальную школу, заучивать гаммы, сольфеджио и бесчисленные произведения. Девочка сама хотела учиться и делала это с большим успехом и энтузиазмом. Это было мое исключительное желание, потому что оплата музыкальной школы раньше была дорогостоящая. За меня мама платила в месяц 23 рубля, и это была половина ее аванса. Раньше все было, ну, вот это вот обучение платное, и еще и инструмент, который обязательно нужно было купить, стоил там порядка 600-700 рублей. Для того, чтобы заниматься, естественно, дома должен был быть инструмент. Поэтому было исключительно мое желание. Я просто мечтала фортепиано дома, мечтала учиться на этом музыкальном инструменте. Сама маму за руку отвела в музыкальную школу и, в принципе, связала жизнь с музыкой, о чем не жалею. В музыкальной школе Наталья проучилась 8 лет. И уже в последние годы обучения она поняла, что хочет работать преподавателем по классу фортепиано. На решение девушки повлияли ее учителя и наставники, которые вложили в обучение юной пианистки всю свою душу. Инга Павловна, Людмила Викторовна Куликова, это мой преподаватель по сольфеджио и музыкальной литературе, Нина Николаевна Зазнобина. Я им очень благодарна. Очень благодарна, что именно они меня обучали каким-то первоначальным ступеням. И, естественно, для поступления в училище требовалась большая подготовка. Я весь год учила программу, занималась сольфеджио, писала диктант, потому что поступление в музыкальное училище требует не только исполнения музыкальной программы, но еще и проверяются теоретические дисциплины, а также твой интеллект. Собеседование с директором музыкального училища, с преподавателями, то есть такого образа коллоквиум, где смотрят на твой интеллектуальный уровень. В музыкальное училище я поступила. Это был город Челябинск-65, такой же закрытый город, как и у нас. Многие преподаватели наших школ искусств сейчас работают после окончания этого училища. Училище достаточно сильное, требовательные педагоги там были, то есть приходилось много трудиться, заниматься. Вставали к 6 утра, так как мы жили в общежитии, инструментов у нас музыкальных не было дома. Вставали в 6 утра, шли заниматься в классы. То же самое. Потом были предметы, и общеобразовательные, и музыкальные, так как я уехала после 9 класса в это училище музыкальное. Челябинск-65, ныне город Озерск, было наиболее безопасным местом для обучения и проживания 15-летней девочки. Так посчитали родители Натальи. И именно там, на Урале, была наиболее развита музыкальная культура. Благодаря своей самостоятельности, целеустремленности и самодисциплине Наталья Колповская добилась больших успехов на музыкальном поприще и окончила училище с красным дипломом. Жизнь в училище достаточно была насыщенной. Там вообще на Урале очень развита вот эта вот скажем так, деятельность, культура и конкурсы проходили. Очень сильная Уральская консерватория государственная, в которую поступали наши дети после уже музыкальных училищ. Очень большое количество конкурсов проводилось и на базе училищ, и на базе школ музыкальных города Озерска. Ну, Озерск, Челябинск-65, как у нас Саров, Арзамас-16, это Озерск, Челябинск-65. Сама участвовала в конкурсах тоже во время обучения в училище. Занимала места. Но, опять же, это все требует, как у спортсмена, большой подготовки, тренировок. Постоянный тренировочный процесс, скажем так, постоянные занятия музыкой. После окончания музыкального училища Наталья Анатольевна поступила в Нижегородскую государственную консерваторию имени Глинки. Преподавателем была профессор Нона Вениаминовна Буслаева, которая в свое время училась у последователей Нейгауза, пианиста и основателя фортепианной школы. Тоже было не просто поступать, большой конкурс. Опять же, мы сдавали сольфеджио, уже сдавали гармонию, писали сочинения, если говорить об общеобразовательных предметах. И было собеседование, коллоквиум, где сидело две кафедры фортепиано, преподаватель двух кафедр фортепиано. Также задавали вопросы по произведениям, которые ты исполнял, по каким-то общим направлением, то есть там могла быть и политика, могли быть и композиторы, могло быть искусство, все что угодно. Смотрели твой интеллектуальный уровень. После окончания консерватории Наталья Анатольевна возвратилась в родной Саров и стала работать в детской школе искусств №2 преподавателем по фортепиано и концертмейстером. Сейчас свой первый рабочий коллектив Наталья Колповская вспоминает с улыбкой и благодарностью. Здесь она встретила уникальных преподавателей и наставников, с которыми до сих пор поддерживает теплые отношения. Затем в музыкальной школе имени Балакирева я проработала 4 года. Очень благодарна директору музыкальной школы. На тот момент была Ирина Владимировна Будакова, которая во мне заметила потенциал. И школа для меня стала своего рода такой стартовой площадкой для карьерного роста, потому что Ирина Владимировна, скажем так, пробовала меня в совершенно разных областях. Это и средства массовой информации, это и заполнение какой-то документации, это и концертная работа. И я работала заместителем директора в капелле мальчиков целый год. И хочу сказать, что этот год был очень для нас плодотворным тогда. Мы занимали места различные, совершенно в разных направлениях, то есть это и инструментальные виды искусства, и на хоре, и синтезатор, то есть была такая полноценная, насыщенная творческая жизнь, и мне было абсолютно не стыдно за мою работу, даже наоборот, когда был педсовет заключительный летний в музыкальной школе, было очень приятно слушать и смотреть, какие успехи были вот в этом году у капеллы мальчиков. У меня была ставка воспитателя и ставка концертмейстера. Но такая была ставка именно для мальчиков, чтобы все-таки это мальчики, немножечко воспитательная работа присутствовала. Вот. Мы там ходили с ними на экскурсии, организовывали различные концерты, поездки. До сих пор родители встречают меня с теплотой, мы здороваемся. Многих я помню, многие помнят меня, но это вообще на самом деле здорово. Успехи Натальи Колповской в профессиональной сфере не остались незамеченными, и в 2013 году ей предложили должность директора в детской школе искусств. Наталья Анатольевна не любит стоять на месте и постоянно учится чему-то новому, проходит курсы повышения квалификации, перенимает опыт у мастеров и постоянно совершенствуется в своем деле. Совместно с педагогами детской школы искусств директор обучает и взращивает много талантливых звездочек, которые потом выходят на большую сцену и представляют Саров на всероссийских и международных уровнях. Школа, которая, скажем так, у нее очень разные направления, и это делает ее очень интересной и привлекательной для наших горожан. Потому что у нас охвачены и эстрадные направления, и архитектура, и хореография, и в то же время есть классические направления по обучению на музыкальных инструментах и фортепиано, и ударные духовые инструменты, и народные инструменты. И это делает школу очень привлекательной и конкурентоспособной в нашем городе. Ну а то, как мы работаем, это, в принципе, доказывает победы на различных конкурсах. Очень благодарна моему педагогическому коллективу, нашему педагогическому коллективу, потому что люди очень творческие, люди очень понятливые. Мы поддерживаем то, что было начато еще в 1975 году, когда эта школа только открылась, да, все эти традиции, все эти направления стараемся поддерживать и приумножать. Я ничего не разрушаю, я поддерживаю преподавателей, поддерживаю детей. Преподаватели работают еще той старой закалки, у которых большой опыт работы, которые уже могут детей учить так, чтобы они становились именно вот этими лауреатами, дипломантами. Причем, ну, конкурсов сейчас очень много, и конкурсы разные. Мы все это тоже прекрасно знаем, что есть конкурсы платные, есть конкурсы бесплатные. Но вот именно победа в таких конкурсах, как «Новые имена», да, вот у нас недавно София Габелева, «Зодчество», профессиональные именно конкурсы, ну, заслуга преподавателей. Преподаватели, они выбирают правильных детей, правильный репертуар. Родители работают с ними в одной команде. Здесь идет такая командная работа. Но и организаторские способности. Это тоже все шло постепенно. И опыт работы, и организация деятельности. Потому что руководить школой на самом деле непросто. Нужно разбираться во многих направлениях, погружаться в них. Это не только учебная работа, воспитательная и концертная, еще и хозяйственная деятельность, еще и там бухгалтерия. Вот, в общем, здесь много нюансов. На становление Натальи Анатольевны как музыканта большое влияние оказала классическая музыка и ряд композиторов – Бетховен, Шопен, Моцарт, Гайден, Рахманинов. С произведениями Шопена директора школы искусств связывают особые воспоминания. С ними она поступала в консерваторию. Преподаватель смотрит на твои способности, на твои возможности технические, возможности исполнителя, и в соответствии с этими возможностями подбирает тебе репертуар. Потому что, как правило, хороший преподаватель, он должен показать исполнителя, своего ученика, в выгодном свете. Поэтому все произведения мне подбирали мои учителя. В училище это Лия Александровна Толстых и вот в консерватории Нона Вениаминовна Буслаева. Произведения интересные. Но вот я играла много Бетховена, много Шопена, то есть это они также считали, что это мне близко. Очень неплохо у меня была мелкая техника, рука небольшая, поэтому с октавами было сложно справиться, а вот мелкая техника, этюды на мелкую технику получались лучше. Такое бриллиантовое исполнение, солнечные какие-то мне все время давали. Там Мендельсона я играла, Шопена, этюды. Вот, поэтому они смотрят, исходя из твоих способностей, исходя из твоих возможностей, и пытаются сделать так, чтобы ты получил на экзамене пятерку. Многие творческие люди стремятся попасть на большую землю и как можно скорее покинуть родные пенаты. Но Наталья Анатольевна придерживается русской поговорки «Где родился, там и пригодился». Директор признается, что она хочет быть полезной и нужной своему городу. Именно поэтому в прошлом году у Натальи Колповской и был опыт баллотирования в депутаты городской думы. Наверное, от сферы искусства давно не было депутатов в городской думе. Вот такая пришла мысль попробовать себя в этом направлении. Ну, не получилось, но опыт достаточно был положительный. У меня появилось много знакомых у меня. Ну, в смысле, меня много людей узнало, вот я что хотела сказать. Поэтому, ну, опыт полезный, скажем так. Я не жалею, что я пошла в эту сферу и в это направление. Я работаю в школе, здесь тоже очень много, на самом деле, дел, которые круглосуточно, с самого утра, ты в них погружаешься, приходишь, мониторинги, анкеты, вопросы, ответы. Это все целый день, ты не успеваешь, когда приходит день. Неделя начинается понедельником, заканчивается пятницей, а ты не успеваешь даже оглянуться. Творческие люди окружают Наталью Колповскую не только на работе, но и в семейном кругу. Брат педагога работает актером в Московском театре, а сын Анатолий с самого детства проявлял интерес и способности к рисованию. Поэтому с 5 лет он учился в художественной школе. А сейчас он уже заканчивает Академию художеств имени Репина в Санкт-Петербурге. Его работы выставляются и в Сарове, на различных вернисажах, а также на персонажах персональных выставках. Такая творческая семья получилась, несмотря на то, что родители, мои родители и родители вот брата отношения не имели, в общем-то, к творчеству. Но помогали, направляли. Сына отдала в художественную школу, потому что он с раннего возраста именно проявлял большой интерес к рисованию. Ему очень нравилось тогда... Только появляются вот эти все трансформеры, машины, роботы. И он смотрел там мультфильмы, сказки, останавливал. Все это очень хорошо срисовывал. То есть я заметила, что у него именно тяга вот к рисованию, и у него это неплохо получается. Поэтому отдала. Но он у меня закончил еще и детскую школу искусств №2. Отделение фольклор, у нас есть диплом. То есть, в принципе, он везде поучился у меня. Что очень важно в этих школах, вот школах дополнительного образования, контакт родителя с учителем. То есть, если ты видишь, что у тебя ребенок, да, ну, как бы у него получается. Я ходила, всегда спрашивала, как мой сын, что, на что нам стоит обратить внимание, стоит ли нам дальше вообще в эту сферу идти. И вот огромное спасибо тоже хочу сказать Татьяне Георгиевне Рачковой, завучу детской художественной школы, человек абсолютно профессионал своего дела. Она мне с 5 класса все по полочкам рассказала, как, значит, учиться, как нужно будет в дальнейшем, куда обратиться, куда поступать, каким образом, как готовиться. И тоже большая-большая подготовка. Около там 3–4 лет мы готовились к поступлению. Сначала в лицей имени Агансона, где он заканчивал у меня 9–10 класс, и затем уже в Академии художеств. У нас была персональная выставка в 2018 году в городском музее. Тоже очень благодарна директору музея Светлане Михайловне. Она дала такую возможность. И выставка была «Вдохновение творчеством», носила название. Целый был зал работ Анатолия, да, тоже прошла с успехом, много народу посетило ее. Ну и я стараюсь вот сейчас выставки, которые проходят ежегодно, художники Сарова, туда работы представлять. Несмотря на загруженность делами руководителя школы искусств, Наталья Анатольевна старается поддерживать себя в музыкальном тонусе. Сейчас она также и концертмейстер в подготовительных отделениях и вокальных классах школы. Также сейчас у директора и большие планы по дальнейшему развитию учреждения. Мы вот открыли недавно совсем вокальное отделение, вокально-хоровое отделение. Реализуем сейчас программу хоровое пение. У нас замечательный молодой преподаватель Анастасия Сергеевна Ерофеева. Вот, в планах может быть еще открыть какое-нибудь дизайнерское направление. Это тоже очень интересно было бы, наверное, сейчас и актуально. С компьютерами что-то связано, это тоже. Ну, то есть идти в ногу со временем – это задача и коллектива, и директора, чтобы школа всегда находилась на плаву. Потому что, к сожалению, как бы нам этого не нравилось, да, и не хотелось. Интерес к стандартным инструментам, он падает. Вот, к сожалению, фортепиано, нет такого ажиотажа, вот как раньше, когда я училась в музыкальной школе, да, сейчас идет спад. Зато очень хотят танцевать, очень хотят рисовать, очень хотят петь. Вот это вот здесь видно, что идет большой приток детей, и родители очень хотят, чтобы их дети были успешны именно в этих направлениях. Быть директором – задача непростая, но Наталья Анатольевна Колповская доказывает и словом, и делом, что она выбрала верный курс детской школы искусств и двигается в правильном направлении. Как настоящий руководитель, она болеет за дело и всей душой любит свою работу. Это сложная профессия, сложная деятельность, и сил, наверное, скорее не физических, а эмоциональных. Потому что, в принципе, любой нормальный человек и ответственный, он будет переживать, он будет сопереживать и за дело, и за какие-то там поступки своих преподавателей, либо там за деятельность, да, которую мы организовываем. Я горжусь своими преподавателями и детской школой искусств.